Да не, хорошее место. Хватит карт. Там и карта сужается меньше, и тачки есть. Мы не долетим туда. Хотя давай гадку. Гадку? Да. А где гадку? Вот, на веточку. Прыгаем. Это влево улетело там. Леня, ты обратно мимо местами? Леня. Чего? Леня, ты что, заключил? У меня пассажиры. Так а что ты фиг знает, где от нас летишь? Я в гадку лечу. А я на свою метку. И я на свою метку. На Виталия. Метку. В этих, как его, желобыках вот этих для воды. Чуваки. Класс. Идите ебашьте. Не. Чем, рюкзаком? Ну. Кулаком. Блин, ну хоть что-нибудь. Есть оружие какое-нибудь? Я слышу шаги уже. Меня уже фигачат идут. Голова. Вот это, смотри, на одну комнату её разошёл. Рюкзак, узик, скар. Класс. Тебе везу, тебе везуха. Ух ты, блин! Скар тоже. О, да. Денис, давай ты скар тоже тащи. Аптечка. Прицел. Ну все, заходи кто-то ко мне. Блин, а тут, блин, юмик. И патроны, и рюкзак, и бинты. Красотища, блин. Вот это, блин, мы высадились. Он надропал, ебать. И граната. И даже одно место не открыл. Опа, кто-то ко мне и бежит. Ты кому-то, Серега, насобирал все это. Угу, сейчас меня грохнул тут. Туалет. Штаны. У меня в доме еще один скар. С патронами оставляю полностью, Дёня, слышишь? Ага. Ставлю метку. А КМ кому надо? Мне бы что-нибудь, у меня... Я бы патроны от него взял. На коряк. Так, сбрасываю на него же и патроны, потому что, блин, у меня... Я... Рюкзак на кто-то видел? На юмике. Короче, есть слышишь? Первые. Блин, а какие дома не лутанные, блин, писет. Уже во всех запутал. Опа, кто-то попал уже. Так, а говорили, калаш есть. На втором, нет, на втором уровне. На втором уровне там этот, блин, возле меня. Дом двухэтажный. Ага. Там а... и патронов 30 я оставил специально для тебя, ты ж просил. А я вот нашел уже, блин, в этом сральнике. Так а что, ты патроны забрал со скаром?
Да, я Искар забрал. О, вот третий рюкзак я нашел, отлично. Теперь бы прицел найти. На этот кар. И на этот скар. Я скар нашел себе. Увеличенный магазин для автоматических снайп. Никому не надо? У меня у самого их два. Так, что, куда дальше? Тут уже все. Все, облатали все. Да. Так, ну смотрите, по карте что там. Ну давайте двигаться в сторону вот этих домов. Зеленая меточка твоя, это какая? Ну да. А вот это вот развалюху, эту про... А, машина есть. Где? Ну вот, УАЗик стоит. О, отлично, Дёня нашел УАЗика. Да нет, ты что, ни одного шлема не нашел? Нашел, у меня автор... А, то есть, Серега, ты не нашел ни одного шлема, там первый что было. Нема, не было. Сели? Я уже далеко, я уже почти добежал. Мне шлемы, нельзя, мне шлемы надо найти. Я четвертого уровня бронежилет. Давай туда шлемы. Четвертого уровня броник? То есть третьего. Тебе повезло. Я второго. Так, ты туда? Я ладно, по одноэтажкам пробегусь. Я уже третий магазин увел быстрого доступа. Увел маг быстрого доступа на АР шел. На АР? Да, уже третий нашел. Ну дай хотя бы один. Ты же прикалываешься, у меня в это самое. На первом этаже. Потому что у меня никакого. О. Фу. Миник надо? Миник возьму. Только патронов оставь. Хотя бы еще пачечку. Девяток? Пятерок. Миник. А, я понял. Ну, сколько тебе тут надо? А, у меня есть магазин. Ну, у тебя и крест так хрустит. У меня? Угу. На втором этаже идем? Да, и как раз это магазин я сбросил. У него? Да. Ну, 70 патронов, я думаю, тебе дофига. Блин, я заблудился в этом доме, не знаю, как выйти из него. О, все вышло. Да, на тебе 40. Слышишь, у меня всего фиг да нифига. И у меня вот скары и этот самый. Так и... у тебя миник, бляха-муха. Хуяр с миника? Я вообще начинал без нихера. А в этом скары, хуяры. Я тебе даже магазин быстрого доступа скину. Спасибо. Прицелы есть? Семерки. Могу голограф дать. Семерок. Давай голограф. Семерки надо? Нет, тут семерок куча. Так. Кидай голограф. На, овелмаг нашел или надо тебе? И у меня и был. Вот, я и был. Красавчик. Дёня, и кому надо там, это семерки у меня тут есть. Да не надо. У меня их 70 штук, мне хватит. Я возьму для запаса тогда. Может понадобится.
кстати, шелково по аптекам. Три болки, две аптеки, бинтов и одна аптека. 25 бинтов. Сейчас скинь одну аптеку. Поехали в госпиталь. Повоюем. Где наша тачка? Возле большого дома. Так, Виталя побежал. Это туалет обследовать. Конечно. Тут в таких вот туалетах бывают бонусы. Приятные. Какашки. Прицелы там. Какашки, правильно. Какашки, блядь, да. Червяки дождевые там для рыбалки. О, может сейчас дроп будет? О, дроп. Нет. Ну, далеко. А ладно. Где-то над починками. Доедете? Да. Что вы там тормозите? Где вы? А, мы едем. Опа. Не по мне, но где-то стрельба. О, пустой. Давай полотаемся. А куда вы уехали? Я правый, ты левый. Ебать, в другую сторону уехали, красавцы. Красавцы, ты слушай, о чем мы говорим. Мы тут играем. Я тебе еще когда сказал, мы едем в госпиталь. Госпиталь на карте в какой стороне? Метку надо было поставить. Девятки кому? Тут 90 штук аж. Я возьму, а потом буду раздавать, если что. Нам девятки не нужны, нам пятерки. Увеличенный магазин для пистолета. Есть еще один кар, если кому надо. Не, мне кар не нужен. Мне миника хватит. А ты кричал, что у тебя патронов мало. Вот как раз было бы заебись. У меня вот на скаре 40. На минике 30 и запасных 60. Блин, нема вообще прицелов никаких. О, нашел хоть один для этого Юмика. Там топотит. Да это. Виталий, ты подбежал? Конечно. Расстрелять. Сейчас колеса. Поехали. Сейчас, бегу. Спускаюсь. Тран-тран-тран. Опа. Все. Го. Вот тут уже опасно. Серега, ты обратно без шлема? Ты забываешь его поднять. Блин, я думаю, что я в шлеме. Тут мне на шлем найти. Кто видит шлем, скажите мне. Хоть какой-то. Бо одни кепки встречаются. Коник второй, кому надо. Это в шапочке не прикольно. Рюкзак второй там тоже лежит. Аптека. Спасибо. Я дать? А, у меня три, дайте одну. Да. Сейчас. Ну. Блин, кто машина приехала? Подъем? Машина. Проехала мимо? Он умил. Это мимо. Кто стрелял? Дёня поиграться решил. Ну когда же еще постреляешь? Слышь, а Дёнь, ты не видел тут это? Более глушак, да. Какой глушак? Нет, это не глушак. Дёня, ты не видел мне эту... Шляпы шлями? Нет. Это как кепки встречаю. Ну возьми, вдруг. Кепку. Да, поехали дальше. Кепку как-то не прикольно. На втором даже нету, да, ты говоришь? Нету. Поехали дальше. Ой.
кто увидит кепку, скажите. Ага. Аптеку еще одну нашел. У меня три, если что. А с аптеками все норм. У кого? У меня одна. У меня тоже одна. А тебе больше надо? О, нашел красный калиброный прицел, кому надо? Нет. Я возьму, тебя скину. Кому X2 надо? Мне. X2? А тебе что, не надо? Мне на кар надо. Ну я себе как бы X4 нашел. Мне скар тоже нужен X2. Ага. Давай меняться, я тебе калиброванный дам. Да. Там я уже обходил. Да? Да. Сейчас. Возьми машину. Домик, на. Так, я тебе калиброванный сбрасываю. Я Дёня вообще-то давал. Я тебе этот, как его, голограф там. Вот тут возле машины валяется. Ай, смотрите. Блядь. Что такое? Мышцу потянул. Скинь, Дёня, у кого болики там или энергетики есть? Кстати, семерки надо кому-то? Нет, у меня есть 100. А, у меня сейчас... Короче, сколько тебе надо? 3 штуки надо? Кого? Да, аптеки. Давай. 2 калиброванных лежит возле УАЗа. Да. У меня есть. Поехали. Что-то мы долго живем. А, давайте в этих коллегах. Зон. Они ворованные? Нет. Я в ангар побежал. Рюкзак. Второго уровня рюкзак кому? У меня есть. Ни хрена тут нету. Шлем второй, Серега. А, о, первый останется. Все. Первый так, хотя бы. Есть тут первые шлемы. Я уже ему оставил. Малую аптеку забрал, правда? Или большую какую-то забрал? Большую. Так. Что тут есть у нас? X2, Серега, иди забирай тут в доме. Надо херачить. Вечером. Вот там дальше в комнате. Чуваки, надо херачить. Сейчас долутываем и бежим, все. У нас еще 2 минуты. За эти 2 минуты другие чуваки займут дома, которые мы не заняли. Хорошо, все, вон второй этаж и выбегаем. Блять, уже прикалываешься? Давай, поехали. Ехал. Да. Нам ехать через всю страну. Здесь все Новоречно. А вот Сергей на юбке. Сейчас какой-то гук из куста. С зажимом. Ну, удачи. Тебе где высадить? Я не понимаю, уехал. Ух ты, красивые такие здания, тут ни разу не был. Справа. Да вот этих до красных этих зданий поджимайся. О, ну надо ехать, вс. А, дача странно стоит так. Нет, здесь. Дроп на горе прямо. Ты видишь его? Да. Я не видел.
АЕ. Так, может кто-то один поедет за ним? Слышь, давай, может кто-то один поедет за ним? А он на открытой местности. Так вот то, что давай мы вдвоем высунемся, кто-то один поедет. Я манал. Виталь, поедешь за ним? За тропом? Нет. Ну поехали, подъезжай. Давай поехали пешком за ним. А мне не надо, я не советую. Ну, бегите, если хотите. Я не хочу. Пошли, пошли, давай. Я тут на горе сяду. А ну, прикройте меня там, уже в задницу, там, на гору вылезти справа. Да. Так, у меня... Вы заходите тогда с этой стороны, с которой я могу и вас прикрыть. Мы с этой заходим. Ну, пустой? Нет, X8. Два X8, третий броник. Винтовка. Ого, какая, я такой первый раз вижу. АВМ? МК-14. Патроны к ней забирай. Все, валим, валим, Серега, валим. Потом переставишь прицелы, все переставишь, побежали. А вы прицелы забрали? Я забрал. Я тебе отдам X8. У меня тоже X8 есть один. Я Дёне не отдам X8. Мы два X8 забрали. Блин, дробаш взял, короче. 50 пулек в нем сейчас, и он 10-зарядный. Слышь, садимся опять в этот УАЗик. Дёня, в УАЗик. На. Ну. Подобрал? Угу. Какие обвесы только ставить? Что, X8 ставить на этот? Ну да. Что я за руль? Нет. Сейчас мы с этими X8-ми, блядь. Слушай, а девятки кому надо? У меня 200 штук. Прикидывай. По дороге? Сбрасываешь? Да. Все, выбросил. 180, 25 оставил. Надеюсь, доедем. Да не, налево, налево, налево. Еще один дроп. Еще один дроп. Вот там выстрел, давай вылезем. Подожди. Ямку, ямку, вот тут, наверное, на рунину. Да, давай, давай. Ох ты, бля. А я валю. По кому попали? Давайте хотя бы хотим. Черепо, там два дропа. Займем дом. Там что, два дропа? Да, там два дропа. Вот тут. Кто-то там рассказывал, что дофига аптечек есть. Три. Бинтов могу насыпать. Вы чекаете? Насыпать? Я лечусь. Я кинул 10 бинтов. Спасибо. Там такое, как есть движение. Где? В каком месте? На дроп, вон, ЭВ. К нему только лоски чешу. Тупо два аэродропа в 2 метрах друг от друга.
Блять, мы рядом с зоной. Что это? Какого грома? Это я стрелял. По ком? От дропа отбегал, чувак. Он два дропа забрал, походу, видать, налатался так, что офигенно ему. Так, чуваки, надо к зоне. Приближаться. Возле дропа он побежал направо, там поглядывайте. Серега, валим. А что ты так далеко от нас? Я до дропа побежал. Посмотреть, какие чуваки там. Сейчас ты узнаешь, что там за чуваки. Не, вот тот чувак, который остался там, он остался там. Ну, зона уже такая, что там как раз перед нами стреляется. Вот видишь, за пределами зоны. Серега, иди к нам. Сейчас я смотрю, который возле дропа, там чувак же все-таки залег. Вот, тогда мы к тебе идем. Так, обсасывайте деревья, как говорят спецы. И сидите за деревьями, не стреляйте до последнего. Это не я, то кто-то стреляет, вот там. Не выглядывайте даже. На В, походу, чувак. Кто это стреляет? Кто это стреляет? Да я. Зачем? Где? Ну, двоих убил. Да? Красавчик. 8. 5 человек против нас. Где? Кто стреляет? Это по мне, видать. Не вижу, Дина. Я тоже не вижу. Меня завалил, он за деревом на... 120, на 120, на 120, за деревом, на 120, я отползаю. Я понял. На 120 за деревом. СЕ. Что за дерево? Одно увидел. Там меня смотрит, вот поднять. А, пополз. Блин, все, не. Я, наверное, сдохну. Ты его убил хоть? Да, я убил. А, ты убил. Так, я попробую переползти к вам. Блин, я, наверное, сдохну. Кто, да, есть да. Возможность поднять меня? Не, за зоной мы уже тебя не поднимем. Так я вот сейчас подползаю к вам. Ползи ко мне. Я как раз в зоне. Угу, все, вдох. Не дополз. Все, держитесь, я там двоих завалил этот и того, короче, тоже наполовину. А как переключиться на другого? За Виталиком мне интересно смотреть. Page up, page down. О,
О, за Денисом лучше посмотрю. Был Виталий один ползает, только и все. Смотри, могут обойти справа, слева. И как обычно. В, Деня, на В. На В, я видел движение. Вот бежит, чувак. Виталь, бежит, чувак. Залег. По деревом, стреляй. Виталь, класс. Ты куда в дерево? Еще второй тут. Он его поднимает. Опять за деревом. Оба за деревом. Граната есть? Подкиньте, могу швырните гранату. Да, Виталий, то есть, Денис, смотри. Так, слева еще одно дерево. Я вижу. Виталий, слева еще одно дерево, вот там последний, четвертый. Оружие. Ты что, оружие забыл что выставить? Блин. Давай. Не попадал. Деня, забей его. Он стоит просто, тупо стреляет. Деня, В. За деревом. Вот. Во. Да, вот. Вот это. Он, короче, лег. Он лег, сейчас его друг прибежит. Да нет, он один остался. Он еще жив. Нет. Нас трое всего. Он еще жив. Вон он, убегает, Деня. Слева дерево. Не убегает. Блин, не, Деня, хилься. Хилюсь. Отлично. Блядь. Нет. Ладно. Топ-2.